А вы, кстати, с любимой вы были знакомы до ее назначения? Ну, я был знаком в том смысле, что я знал ее, она же была заведующей кинодепартамента по кинематографии в Минкульте. Вот там я ее знал, и у нас были хорошие рабочие отношения. Она вы можете двух министров сравнить? Мединского и любимого? Они все-таки гендерно-то точно разные. Как вот мне кажется, Ольга Борисовна такая более эмоциональная. Владимир Ростиславович, он более, может, то, что он такой более хладнокровный. А Ольга Борисовна более такая эмоциональная. А и вы мне это нравится. В ней есть этот такой этот какой-то. Видно, что она переживает. Я не хочу сказать, что Мединский не переживал, но, видимо, он все-таки более такой закрытый, скорее, был. А Карен Шахназаров, он эмоциональный руководитель? Я вообще эмоциональный, да. Но я стараюсь не показывать. Но иногда не очень получается. Иногда прорывается, да.